Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Сегодняшнее видео по улучшению качества жизни, о честности и о том, как она помогает в объединении. Потому что я увидел на себе, что очень много всякой лжи накапливается у человека. И мы зачастую даже обманываем друг друга, сами не зная об этом. То есть передаем просто фейк или лживые новости. То есть мы сами не пронаблюдали, не проанализировали, не исследовали это и просто передаем это. А сколько вокруг всего? О том, что мы умираем, о том, что какова наша игровая площадка. Да и вообще, просто куда ни глянь, нас везде обманывают. А какой обман насчет денег, то есть, которые просто созданы для того, чтобы манипулировать и управлять людьми. Поэтому, когда мы понимаем правду, мы знаем о том, как действовать правильно. И правда, она помогает нам в улучшении качества жизни. Поэтому практика на сегодня – это просто быть честным, искренним, открытым, правдивым с собой и с другими. В той степени, в которой можешь быть таким. Я понимаю, что может не получиться сразу прям открыться на все 100, и абсолюты могут быть недостижимы в данной вселенной. Но важно действительно делать что-то для того, чтобы увеличивать вот эту осознанность, качество жизни, уровень счастья, уровень честности. Я общаюсь с теми людьми, которые действительно открыты и честны, и сам повышаю свой уровень открытости, потому что я вижу, что только таким образом возможно объединение. Когда мы обманываем друг друга, то получается, что мы манипулируем другим, пытаемся как-то его контролировать с помощью лжи. И это объясняется еще благими намерениями, различными там уловками в плане политики и разделение территорий. Поэтому, друзья, давайте отбросим всю эту ложь, всю эту ненужность, которую нам скармливают в новостях, или которую нам скармливают политики, или там другие. Давайте будем честными, то есть просто будем делать то, что мы действительно считаем правильным, жить по совести, даже не по закону, а по совести, по той вести, которая приходит от высшего Я. И тогда будет совсем другая жизнь, то есть она будет действительно благая. То есть у нас будет рай прямо здесь, на нашей игровой площадке, а не где-то там в небесах, как нам его пророчат, или ад под землей. Все это тоже элементы лжи. Поэтому нам не стоит уповать на Бога или на президента или еще на кого-то. Нам стоит просто брать ответственность и начинать действовать. То есть, как говорят, начинать себя, менять собственное осознание, удалять негативный заряд и заняться ежедневной практикой, которая направлена на повышение осознанности, на правдивость, на честность. Поэтому, друзья, поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями, с теми, кого вы считаете, оно поможет в улучшении качества жизни. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых событий. Я выпускаю видео почти каждый вечер. И, конечно же, буду рад видеть в друзьях, в Фейсбуке, в других соцсетях. То есть я открыт к общению и открыт к объединению. На сегодня это все. До скорой встречи и всего наилучшего.